Полный зал. 700 человек, и молодежь, и люди постарше жадно вслушиваются в каждое слово спикеров. Здесь жажда перемен прямо витает в воздухе. В программе образовательного форума «Движение вверх» 4 направления. Бизнес в регионах, урбанистика, персональный и привлекательный городской бренды. В каждом свои герои. Музыканты из Сибири, прославившиеся на всю страну. Производство сладостей в уральской деревушке с миллионными оборотами. Блогеры, фотографы. Если молодой человек хочет уехать, ну, хочет развиваться, сейчас на сегодняшний момент ему проще всего уехать. Но если бы это было бы встречное движение от бизнесменов, от власти, и тогда бы я считаю, что могла бы сложиться ситуация, она могла бы измениться, и молодые люди могли бы оставаться здесь и приносить результаты на своей родине. Чтобы жить в комфорте и развиваться, не обязательно ехать в столицы. Это мысль рефреном в каждом выступлении. В провинции часто много прорывных идей. Нужно только упорство и желание. И в последнее время люди все чаще хотят быть нужными дома. У нас большая команда в Саянске, которая занимается именно как раз улучшением города. Молодежная команда, которая хотела бы, чтобы в наш город возвращались школьники, которые уехали. И нам, конечно, это все хочется этому обучиться. Каждый участник теперь может разработать собственный проект. Авторы лучших получат гранты в 500 000 рублей. Ирина Белогривая, Александр Волков. Новости сейчас.